Здравствуйте, это мировая серия «Армагеддон». Трансляция молниеносной игры в прямом эфире, телевизионное шахматное шоу. В течение одной недели 8 супергроссмейстеров определяют сильнейшего в блиц-встречах. Ну а если мини-матч не выявит победителя, то тогда нас ожидает особое шахматное шоу «Армагеддон». Ну а разыгрывают спортсмены $50 000. Ваши комментаторы сегодня: гроссмейстер, член российской сборной, тренер российской команды Владимир Поткин. Гроссмейстер и известный журналист Эльмира Мирзоева. Напоминаем нашим телезрителям, что соревнование происходит по системе Double Elimination. Это означает, что игрок, потерпевший поражение, может не просто вернуться в турнир, а проявив характер, выиграть его. И как раз сегодня на проекте «Армагеддон» первая пара как раз состоит из игроков, которые уже оступились и в случае повторного поражения покинут состязание. На ваших экранах турнирная сетка соревнований. И как раз сейчас уже готовятся выйти на старт Тимур Раджабов и Сергей Корякин. Они уже проиграли по одному поединку, так что шанса ошибиться уже нет. Это будет заключительное поражение на проекте «Армагеддон». Ставки очень высоки, и сегодня, безусловно, оба соперника максимально концентрированы и покажут свою лучшую игру. Напомним, что на нашем проекте «Армагеддона» осталось всего два шахматиста, которые пока не знают поражений в нашей виртуальной студии. Это Ян Непомнящий и Владимир Крамник. Эти два шахматных гранда чуть позже выйдут на игровую сцену. Ну а пока к поединку, противостоянию готовятся Сергей Корякин и Тимур Раджабов. Напомню, что это блиц, в котором каждому из игроков отводится по 3 минуты, и после каждого хода добавляется еще 2 секунды на ход. Первую партию начинает Тимур Раджабов белым цветом, и оба шахматиста славятся своей великолепной защитой. Сергей Корякин – министр обороны, но на этом проекте Тимур уже удержал много безнадежных позиций, и он перенял что-то у Сергея. Тимур Раджабов демонстрирует на соревнованиях «Армагеддон» невероятную цепкость в защите, спасает, казалось бы, невозможное. То же касается и Сергея Корякина. Он вообще его называют министром обороны после того, как он удержал очень много тяжелых ситуаций в противостоянии с Магнусом Карлсоном в матче за корону. И вот мы видим, что и Сергей Корякин имеет те самые значки, которые означают принадлежность не просто к высшему шахматному обществу. Сергей Корякин – это и чемпион мира по быстрым шахматам, претендент на шахматную корону. Обратите внимание, что с каждой стороны у гроссмейстеров сзади пешечные и пешечки, и фигуры, но использовать их нельзя. Это виртуальная студия «Шахматный ринг». Сергей и Тимур очень много встречаются между собой. Они сыграли уже, наверное, сотню партий. И традиционно каждый год они встречаются на турнире памяти великолепного шахматиста и прекрасного человека Вугара Гашимова. Турнир памяти Вугара Гашимова проходит в последние годы. И, конечно же, и Корякин, и Раджабов с огромным удовольствием принимают участие в подобного рода состязаниях. Ну а сейчас мы видим, разыграно дебют. Достаточно серьезно настроены гроссмейстеры. Очень большая ответственность сейчас на Тимуре Раджабове. Все-таки белые фигуры, тот самый шанс забить гол. И сейчас мы видим, что разыгран дебют четырех коней, когда все кони сразу же вводятся в игру. Я помню, что как раз Сергей Корякин тоже применял его белым цветом. И тогда надо сказать, что Владимир Крамник помог Сергею при подготовке. Эту партию играл Сергей на Олимпиаде, выиграл у Андрея Волокитина. Очень важный матч. Для Тимура Раджабова, конечно, ситуация чуть сложнее, в том смысле, что, играя белыми, надо показывать превосходство. Сейчас пытается бороться за перевес, но, опять же, позиция пока все в рамках известной теории. Мы видим, что Сергей Корякин действует достаточно уверенно. Интересно, что Тимур уже продумал полминуты, хотя на доске известна теоретическая табия. Тимур Раджабов продолжает думать, но вот уже сделал ход. Ход H3, не пуская черного слона на активную позицию на G4. Конечно же, Сергею Корякину здесь предстоит подумать. Не так простая эта позиция, как может показаться для черных. Конечно же, Сергей тоже сталкивался с ней, поскольку она набирала свою популярность, эту позицию, несколько лет назад. И он знает много нюансов. Сейчас возвращает слона для того, чтобы контролировать больше полей в центре. Вообще стоит отметить невероятно амбициозность шахматистов, которые выступают в нижней части турнирной таблицы. Это Сергей Корякин и Тимур Раджабов. Напомню, что Раджабов на старте выиграл очень драматичный поединок у Бориса Гельфанда. Ну а затем на Армагеддоне он уступил не кому-нибудь, а самому Владимиру Крамнику. Что касаемо Сергея Корякина, то он сначала одержал победу на старте. Ну а после этого он уступил Яну Непомнящему. И, конечно, сейчас и Корякин, и Раджабов просто они жаждут мести, хотят вернуться в борьбу за первый приз.
Интересно, что при подготовке к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсеном тренерский штаб позвал в качестве партнера Шахрияра Мамедьярова. И сейчас Сергей играет против его коллеги по сборной Тимура Раджабова. Тимур Раджабов, Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов и многие другие азербайджанские гроссмейстеры – костяк этой очень сильной команды. Мы знаем, что азербайджанские гроссмейстеры выигрывали много турниров, в том числе и командные чемпионаты Европы. И, конечно же, Тимур отлично готов к этому поединку, тем более, что он сам признавался, что во время тренировочных сессий немало они играют в блиц между собой, ребята. Всегда очень интересно смотреть, как это противостояние помогает уже им справиться на практике. Сергей Корякин сейчас стал все чаще и чаще задумываться, хотя по-прежнему у него перевес по времени. Обратите внимание, что наши пульсометры пока находятся в синей зоне, то есть гроссмейстеры более или менее спокойны. И действительно, позиция пока не вышла за пределы определенного равенства. То есть пока гроссмейстеры спокойны, и ни у того, ни у другого нет поводов для беспокойства, серьезно. Рядом с демонстрационной доской мы видим шкалу оценки позиции, и чем выше этот градусник, тем лучше позиция объекта. Сейчас он находится посередине, позиция около равенства. Задумался вновь Сергей Корякин. Возможно, ход слон F4 стал для него небольшой неожиданностью в случае взятия на C3. Там возможны тактические осложнения. Висит ладья на B8, висит ладья на A1. Как поступит Сергей Корякин? Он сейчас начинает даже обгонять своего соперника по количеству затраченного времени. Берет идет на осложнение коня. Сергей. Все-таки он далеко считает варианты. Видит ход, блестящая реплика. Сейчас он меняет чернопольного слона. Я думаю, что он решает все свои проблемы таким образом. Вообще, вот, Володь, насколько важен точный счет именно в блице? Успевают ли гроссмейстеры что-либо посчитать, когда у тебя, ну, минута? Надо сказать, что соперники не считают, насколько далеко, но на несколько ходов какие фигуры поменять, что-то не зевнуть, обязательно этот счет присутствует. И быстрота счета, она влияет на итоговый результат матча. Здесь на проекте «Армагеддон» собраны супер-гроссмейстеры, счет которых и уровень игры которых позволяет наслаждаться даже вот блиц-партиями. Они бывают очень высокого качества. И вот мы видим, что шахматисты редко что-либо такое подставляют в один или в два хода, даже находясь в условиях жуткого цейтнота. Сейчас очень важный момент. Если Тимур не предпримет ничего, то позиция у черных будет очень комфортна. И сейчас ему нужно быстро искать активное решение. Ферзь F4 играет Тимур Раджабов. Это, возможно, профилактика, чтобы черный ферзь сам не выскочил в центр доски на Е5. Но пока Сергей Корякин укрепляется А6. Уже ощущение, что у черных, может быть, по-человечески эта позиция и не хуже. Мне кажется, что ферзь с конем – это грозная сила, как мы уже отмечали. В атаке конь помогает часто занимать более активные позиции. Сейчас Тимур думает, как же ему продолжать. Как же ему усиливать позицию? И вот он пошел G3, возможно, хочет усилить позицию, подняв своего короля на G2, более безопасно поставив своего монарха. Ну а Сергею Корякину тоже надо думать, как усиливать свою позицию. Все-таки слон на D3 при случае, если будут определенные размены, может ведь оказаться сильнее коня на F6 в этой позиции. Обычно слон сильнее на двух флангах, но все-таки здесь пешечная цепь у черных очень надежна. И Сергею просто нужно искать какие-то надежные крепкие ходы, как он и делает. Мы видим, что меньше минуты остается у каждого из гроссмейстеров. Интересно, что они пока не взволнованы. То есть вот пульсометры в синей зоне. Более или менее ситуация под контролем. По крайней мере, мы можем судить так по показаниям пульса. А Тимур наступает на фланге, он контролирует больше полей и мешает черным активизировать свои пешки. Возможно, пожертвовал сейчас пешку Сергей Корякин на А6, но там тогда конем он заберет на G4. То есть такой небольшой, несложный счет, но с другой стороны, как-то надо усиливать Корякина. И вот не принимает этот дар Тимур Раджабов, он ходит король G2. Сергей тоже укрепляет позицию, ферзя ставит на открытую линию. Где-то этот ферзь Е7 присмотрелся к пешке b4, где-то к полю Е1. То есть черные тоже готовы перейти в наступление. Все меньше и меньше времени остается у соперников. Тимур просто укрепляет позицию, не как-то не ищет осложнений. Тимур действует в своем стиле. Он держит напряжение в этой позиции, не делает слабых ходов. Он продолжает испытывать соперника на прочность. Вот сейчас Сергей Корякин убрал своего короля из-под этой неприятнейшей связки. Не против ничьей Сергей Корякин, он играет черным цветом, впереди у него целая партия белыми. Ну, против, видимо, ничейного исхода все-таки Тимур Раджабов, который пока пытается использовать преимущество слона над конем. Все-таки пешки пока у нас на двух флангах, и сейчас укрепился он по черным полям.
Я думаю, что Тимур подготавливает пешечный рейс пешки А, что он и делает, ближе к полю превращения. Чуть больше проблем тогда будет у черных. Обратите внимание, наша виртуальная студия начинает вибрировать, так же, как и уже занервничали наши шахматисты. Активизирует ферзя Сергей, он срочно вырывает лагерь соперника. Потому что черным необходима контр-игра, иначе пешки белых могут просто зайти слишком далеко. Пешка уже ближе к полю превращения, Сергею нужно быть очень аккуратным. Он пытается создать контр-игру, однако пешка на А7 уже при случае может упасть, хотя пока висит у белых слон на D3. Выводит короля вперед, но это лишь повтор ходов. 5 секунд остается у Тимура Раджабова, и уже 4. Сергею нужно быстро принимать решение, он повторяет позицию, а Тимур тоже. Неужели это будет ничья? Неужели они просто сыграют в ничью? Эта позиция не идет наслаждение, Тимур, да. Согласились на ничью гроссмейстеры Сергей Корякин и Тимур Раджабов. Невероятная битва, где-то Раджабов пытался перехватить инициативу, но не сложилось мирный исход, которым должен быть, видимо, больше доволен Сергей Корякин. Министр обороны подтвердил свой статус и вовремя активизировал ферзя, и это обеспечило ему надежную, хорошую игру. Если бы не активизация ферзя в какой-то момент, то черные могли бы оказаться в опасности, но Корякин нашел контр-игру, и в итоге ничья. Мы сейчас с вами видим противостояние Сергея Корякина с Яном Непомнящим. Как раз Корякин потерпел поражение на проекте «Армагеддон» от своего коллеги по российской сборной. Тяжелая была партия для Корякина. Напомню, что он просмотрел тактический удар и, к сожалению, потерпел поражение. Но это случилось с ним в следующей партии. Здесь более или менее равная борьба протекала. Здесь Сергей вовремя провел контрудар в центре, и позиция постепенно уравнялась. Пытался что-то сделать Ян Непомнящий, получить какой-то перевес, но Корякин в этой партии был очень точен. Министр обороны вновь был в действии, и получить весомого такого аргумента не получилось для Яна. Вот он качает головой, мы видим это, пытается получить контр-игру, проходную пешку Д, но Корякин тоже обострил ситуацию в нужный момент, активизировал ферзя. И Владимир Мэшпиль, у Сергея были шансы на победу, но Ян точными действиями сводит партию в ничью. Сейчас уже партия сводится в ничью, через пару ходов соперники согласятся, поскольку Ян ликвидировал последнюю опасную проходную соперника. И мы видим начало второй партии. Это вновь шахматный проект «Армагеддон». Телевизионное шахматное шоу. У нас завершилась первая партия игрового дня между Таймуром Раджабовым и Сергеем Корякиным. Ничейный исход зафиксирован в этой встрече. У Раджабова были белые фигуры, у Корякина черные. Как ты думаешь, Володь, все-таки, наверное, это больше в пользу Корякина, который удержал черный цвет? Безусловно, все-таки преимущество выступки, оно очень важно, как и в теннисе, преимущество подачи. И поэтому белый цвет Тимура сейчас уже его нету. И поединок напоминает, наверное, как боксерский поединок тяжеловесов, что они, например, равны по силам и хорошо очень обороняются. И вот кто пропустит первый удар, тот, наверное, потерпит поражение. Давайте посмотрим самые интересные фрагменты этой партии, как эта ничья случилась на шахматной доске. И вот мы видим традиционное рукопожатие. Раджабов начинает партию белыми. Четырех коней дебют разыгран, Сергей его отлично знает, и не явился сюрпризом для него этот дебют. А белыми ведь тоже играет этот вариант, применяет Сергей Корякин, не так ли? То есть он хорошо знаком с этими позициями? Да, Сергей одержал очень важную победу в его карьере в этом дебюте, и, безусловно, он много работал, знает тонкости этой позиции. Мы видим, как Тимур Раджабов погружается в раздумья, пытается хоть и немножечко перевеса все-таки себе забрать, но Сергей Корякин действует очень точно, ввязался в осложнение. Разменяли немножко фигур. Очень быстро Сергей находит ликвидацию последнего слона и переводит позицию в очень надежное русло.
Здесь, наверное, таких открытых шансов на победу не было у Теймура Раджабова, особенно потому, что Сергей Карякин вовремя нашел контр-игру. Мы видим, как он активизирует ферзя. Это важнейший ресурс. Именно этот блестящий ресурс позволил ему держать позицию, и Теймур ничего не нашел решающего, согласился на ничью. Да, итак, мирный исход зафиксирован у нас в первой встрече. Сейчас вторая игра предстоит между Теймуром Раджабовым и Сергеем Карякиным. На сей раз у российского гроссмейстера будут белые фигуры. Какой прогноз? Может быть, ход Остапа Бендера Е2-Е4? Ну, все-таки это любимый ход Сергея. Наверняка он попытает счастье именно после этого хода. Посмотрим. Все-таки первая партия могла внести какие-то коррективы, и сделав относительно спокойно ничью, Сергей может себе позволить играть без риска и спокойно. Напомним, что наш турнир проходит в блиц-формате. Каждому из шахматистов во время партии отводится по 3 минуты, плюс добавляется 2 секунды после каждого сделанного хода. То есть, в принципе, это сделано для того, чтобы была честная игра, чтобы не было просрочки времени. И мы видим, как уже гроссмейстеры занимают места в нашей виртуальной студии. 5 минут, именно столько есть у соперников, чтобы перевести дух и подготовиться к следующей встрече. И сейчас мы увидим, что же приготовил Сергей в дебютном плане. Наверняка будут какие-то сюрпризы для Теймура Раджабова. Карякин славится тем, что и дебютная подготовка разносторонняя, и физическая тоже. Итак... Да, именно ход Остапа Бендера, Сергей, безусловно. Сицилианская защита, мы видим на доске. Немножко, буквально на секунду задумался Сергей Карякин. Удивляет, я думаю, Сергей Теймур. Все-таки это начало было очень популярно в детстве Теймуром, а сейчас он предпочитает больше играть и испанские мотивы. Напомню, что накануне, когда Теймур Раджабов выиграл партию Армагеддона, он тоже сказал, что ему помог дебют из детства, конь F3-B3, напомню, там была расстановка. Видимо, Теймур решил придерживаться той же стратегии, и вот вновь сейчас сыграл тот самый дебют, который очень любил с азартом применять, может быть, в молодые годы. Наверное, мы Теймуру даже напоминаем его победы, сколько он одерживал в юношеских турнирах, и это навеяло ему хорошее воспоминание. Сейчас он играет и вспоминает, как же он действовал, когда побеждал в турнирах. Мы видим в нашей виртуальной студии шахматные фигуры за каждым из гроссмейстеров. Наверное, они хотели бы их поставить на доску и играть с лишними фигурами, но нельзя. Это всего лишь виртуальные фигуры, которые исчезают вместе с теми, которые пропадают на шахматной доске. Тем не менее, дебют развивается. Это известная теоретическая позиция. Наверное, пока гроссмейстеры не сильно удивили друг друга. Челябинский вариант, так он назван благодаря аналитикам, которые развивали его, в частности, Евгений Свешников. И сейчас мы видим, что Сергей применяет интересное продолжение. У него красавец конь в центре, обладатель полей. И вокруг этого будет развиваться следующая партия. Также не будем забывать, что именно кони являются самыми опасными фигурами. Именно в блиц-партиях могут сильно подпортить кровь в лагере соперника, могут натворить там бед, объявить множество вилок и забрать кучу пешек. Кстати, у Сергея Карякина тут был уже такой инцидент, когда он выскочил своим конем с H7 практически на E4 и забрал все пешки своего на соперника. Вот сейчас конь на D5 тоже представляет угрозу для Раджабова. Интересно, что в этом дебюте одержал очень много побед Ян Непомнящий, коллега по сборной. Сергей, они очень много общаются между собой. Наверное, где-то они играли тоже в блиц, часто на сборах. И, безусловно, Сергей тоже это подчеркнул и сегодня вышел в это начало. Напомню, что Яну Непомнящему сегодня тоже предстоит очень интересное испытание. Невероятное противостояние мы ожидаем, конечно же, с Владимиром Крамником чуть позже. Ну а пока Сергей Карякин думает, как бы ему наращивать перевес, пока небольшое преимущество по времени имеет российский шахматист. Вот, правда, оно сейчас начинает постепенно увеличиваться, и мы видим по оценке, что приблизительно равная позиция шкала с левой стороны доски. Напряжение очень высоко. Надо сказать, что шахматисты очень испытывают много стрессовых ситуаций во время турнира. И даже во время продолжительных турниров они теряют 5-6 килограммов. Может быть, это полезно, как ты думаешь, Эльмира? С одной стороны, да. Что называется, как говорят, особенно у дам, похудеть никогда не вредно. Но с другой стороны, 5-6 килограммов – это достаточно серьезная потеря. Володя, я помню, ты говорил о том, что Сергей в свое время при подготовке к матчу с чемпионом мира Магнусом Карлсоном даже отказался от сахара. Это действительно, это же очень сложно было перестраивать все питание. Надо сказать, что именно в такие моменты, когда ставки очень высоки, ты делаешь максимум возможного, чтобы твой организм работал на все 100. И Сергей именно ради этого отказался
отказался от сахара. Не только от сахара, надо сказать, что он даже поменял номер своего телефона и отключил все интернет-ресурсы. То есть он полностью концентрировался на шахматах, и именно это помогло ему в матче. Создал такой информационный вакуум определенный. Я напомню, что не зря это все сработало, потому что Сергей Корякин даже лидировал, он вел в счете, имел хорошие очень шансы на то, чтобы остаться победителем. И основная часть матча с Карлсоном, напомню, что завершилась в ничью. И лишь на тайбрейке российский шахматист все-таки немножко не хватило ему, потерпел поражение. Не исключено, что и здесь Сергей Корякин придерживается особой системы питания, потому что проект «Армагеддон» все участники воспринимают очень серьезно. Наверняка дело даже не только в солидных призовых, но и просто в амбициях занять первое место в столь уникальном шоу. Безусловно, у каждого есть свои наработки, каждый хорошо знает свой организм, и питание – это часть подготовки шахматистов, грамотная диета и рацион подобраны. Они все работают на то, чтобы показывал твой мозг, твой организм максимум результата. У Корякина очень всесторонняя подготовка. Речь идет не только о шахматах, именно над физической формой Сергей постоянно работает. Помню, как сдавал ГТО, что называется, публично справился с задачей. Очень любит заниматься плаванием, физическими активностями, всегда следит за своим состоянием. То есть не только за уровнем сахара, но и в целом за своим физическим состоянием. Сейчас мы видим на доске разноцветные слоны, которые перемещаются по разным полям. И в атаке это помогает, безусловно, белым, а в эндшпиле это будет предвестник ничьей. Сейчас думает Тимур Раджабов, ему необходимо консолидироваться. Возможно, у белых все-таки перевес в виде того, что слон на d3 посильнее слона на f6, потому что слон на f6 упирается в эту пешку на d4, обратите внимание. Уводит короля из центра Тимур, он делает так называемую искусственную рокировку, когда сейчас подготовит поле на g7 для короля следующим ходом. То есть планируют черные где-то сыграть с пешкой с g7 на g6. Вот сейчас так и делает Тимур Раджабов. А после этого поставить короля на g7, надежненько укрыв своего монарха от всяких матовых идей. Мы знаем, что при разноцветных слонах очень сильны мотивы именно матовой атаки, если ферзи все еще на доске. Если отразит атаку Тимур Раджабов, то у него будет полный порядок. Сейчас Сергею очень важно найти правильный план действий. Тем временем у Сергея Корякина мало времени уже остается. Он как раз, видимо, раздумывает над тем, как же ему использовать то микроскопическое преимущество, которое есть в позиции. Эту же оценку, видимо, и подтверждает наша шкала с левой стороны доски. И раздумывает Корякин, у него уже меньше полминуты. Сейчас Тимур собирается помять пару ладей, он думает, насколько это будет надежно. Над ходом ладья e8, скорее всего, раздумывает Тимур Раджабов. Но вот пока ход не сделан, черным, конечно же, все эти размены на руку. Но тогда, возможно, где-то у белых, может быть, появится какой-то ресурс g4. Все-таки ладья e8 на доске сыграна. Интересно, что Сергей пока уводит другую ладью. Он подготавливает где-то прорыв c4, c5 пешкой. Только этот прорыв обеспечит ему минимальное преимущество. Кстати, это может доставить некоторые неприятности черным, если действительно белые проведут c5 в комфортной ситуации, прорвутся на фланг. Если они смогут активизировать свои фигуры. Поэтому Раджабов разменял ладьи, все-таки отвлек ее немножко от вертикали С. Сейчас готовится очередной размен ладьи. Сергею нужно какое-то профилактическое действие. Он подготавливает где-то прорыв ферзем на ферзем фланге. Ферзь d1 сыгран ход. Ну, конечно же, ладья e8 ожидаемо. Соперники практически сравнялись по времени. Интересно, что показания пульса пока не вышли в красную зону. То есть гроссмейстеры очень спокойно играют, очень выдержанно. Интересно, что Сергей все-таки сделал этот скромный ход пешкой. Мне кажется, где-то он отказался от каких-то амбициозных планов и уже мысленно, готовясь к Армагеддону, все-таки позиция очень прочна у черных. Да, предлагает размен. Предлагает размен ферзей. Фактически предложение ничьей, перевод в Армагеддон. Меняется, конечно же, меняется Тимур Раджабов ферзями. Здесь уже вряд ли одна из сторон сможет играть на перевес. Скорее всего, последует соглашение на ничью. Дело в том, что разноцветные слоны очень сложно белым или черным усиливать свою позицию, даже нападать на пешки. Ведь все они будут защищены слоном, а еще раз напасть на них уже будет нечем. Буквально через несколько ходов соперника согласятся на ничью, идут на Армагеддон. И будет интересно, как же стратегия будет именно в этой партии, в решающей партии схватки. И вот, повторяю, это ходы гроссмейстера, согласились на ничью. Итак, во второй партии тоже мирный договор. Счет 1-1. Нас ожидает интереснейшее действие — Армагеддон. Две ничьи отражают ход матча, и оба соперника играют очень надежно и сильно. Thank you.
Итак, это мировая серия «Армагеддон», телевизионное шахматное шоу, трансляция молниеносной игры в прямом эфире. Вновь в ничью закончилось очередное противостояние между Таймуром Раджабовым и Сергеем Корякиным. Счет 1-1. Безусловно, теперь нас ждет самая интересная партия «Армагеддон», партия смерти. И кто-то из соперников выйдет из проекта сегодня, а кто-то окажется победителем. «Армагеддон» — это особое шахматное блюдо. Здесь с начала партии соперники находятся в разных условиях. Дело в том, что белым отводится больше времени на раздумья, у черных этого времени меньше, но черных для общей победы в поединке устраивает ничья. А белым нужна только победа, причем играют без добавления времени до 60. Интересно, что оба соперника славятся своей защитой. Сергей — министр обороны, но и Тимур не раз спасал безнадежную ситуацию на этом проекте. И кто окажется черным цветом, тот, возможно, будет иметь преимущество. Как ты думаешь, Эльмира? Тяжело будет обоим шахматистам. Дело в том, что «Армагеддон» — это такое очень нервное мероприятие, в том смысле, что все будет напряжено максимально, и как пойдет игра, сложно сказать. Тимур Раджабов уже на «Армагеддоне» накануне, напомню, одержал победу именно белыми фигурами. Он имеет позитивный опыт, но посмотрим, как будет вести себя Сергей Корякин, министр обороны. А вообще вот появление «Армагеддона» в шахматах — это вот стало таким решением очень многих проблем. Дело в том, что интеллектуальный вид спорта — один из тех видов, когда может быть ничья, и с этим ничего нельзя сделать. Бывают, что позиции просто ничейные, остаются два короля, и мотовать друг друга, соответственно, нечем. Ну и тогда нашли вот это самое решение «Армагеддон», что даже здесь, если будет все-таки ничья, то она будет в пользу черных, хотя у белых с начала партии больше времени. Шахматы в целом развиваются синхронно с другими видами спорта, с футболом, хоккеем, когда ввели тоже пенальти в дополнительное время, булиты, также и в шахматах тоже определяется победа путем «Армагеддона». «Армагеддон» — особое действие. Конечно же, здесь нервы на пределе и у шахматистов, и у даже нашей виртуальной студии, в том смысле, что, конечно же, сейчас вот напряжение нарастает. У них есть 10 минут у шахматистов между партиями основной части, блиц-партиями и «Армагеддоном». Как ты думаешь, Володя, как они проводят эти драгоценные минуты? Я думаю, что, конечно же, каждый по-своему. Обязательно они что-то пьют, как-то абстрагируются от предыдущей встречи. Возможно, что Сергей, он очень любит массаж делать, если он успел как-то тонизировать тоже свой организм, то это тоже ему поможет. Не исключено, что Сергей Корякин сейчас думает над тем и вспоминает, что же играл в «Армагеддоне» накануне Таймур Раджабов. Ну а пока гроссмейстеры настраиваются на «Армагеддон», посмотрим самые интересные фрагменты их основного противостояния в блиц-матче. Мы видим, как Сергей начинает первую белую партию, когда он играет Е2-Е4, свой любимый ход. Немножко, видимо, удивил соперник Сергея Корякина выбором сицилианской защиты. А Сергей принимает решение пойти на систему, которая дает небольшой плюс. Разменивает этого опасного очень коня на d5, это Тимур Раджабов. И мы видим, вновь азербайджанский шахматист погружается в раздумья. В целом получил приемлемую позицию. Чуть-чуть хуже стоял Раджабов в этой позиции с разноцветными слонами, но вновь действовал очень точно и удержал. Надо сказать, что в целом матч развивается немножко прогнозируем, потому что оба соперника играют хорошо и в спокойной манере. Развиваются события в этой партии, уже разменены практически все тяжелые фигуры, остались на доске ферзи. Вот и мы видим, как разменены уже и ферзи. Здесь самый логический исход этого поединка – это ничья. Как раз это и случится уже через несколько ходов в этой партии. Здесь соперники пожали друг другу руки и уже подготовились к «Армагеддону», партии, которая определит сегодня победителя. Тяжелое противостояние ожидает, конечно же, гроссмейстеров. Тем интереснее для зрителей. Как ты думаешь вообще, Володь, с какого хода начнет свою партию Таймур Раджабов? Очень интересный вопрос, поскольку он все-таки начал с хода коня с Данилом Дубом, и эта стратегия принесла ему успех. Я думаю, что он ее повторит. Да, не исключено, что не будет таких каких-то принципиальных линий, потому что Раджабов прекрасно осведомлен о том, что Корякин прекрасно подготовлен в дебюте, и поэтому, возможно, азербайджанский шахматист попытается уйти куда-то влево, уйти от принципиального разговора в дебюте, просто чтобы получить какую-то игровую позицию, ведь белых устраивает в «Армагеддоне» только победа. Интересно, что Владимир Крамник одолел Тимура Раджабова именно в «Армагеддон» партии черным цветом. Любопытно, воспользуясь какими-то подсказками или советами своего коллеги по сборной Сергея Корякина сегодня. Может, как раз в этот момент Сергей Корякин сидит и мучительно пытается вспомнить, как же действовал Крамник, как же мне надо играть, чтобы черными тоже как минимум не проиграть, сделать ничью в «Армагеддоне» с Раджабовым и, соответственно, обеспечить себе выход в следующий раунд нашего проекта. Может быть, звонок другу поможет Сергею
он позвонит Владимиру, и тот ему все расскажет. Не исключено. Но, с другой стороны, наверняка Владимир сейчас занят подготовкой к собственному поединку. Сегодня, напомню, что чуть позже мы увидим противостояние Яна Непомнящего и Владимира Крамника. Итак, на наших экранах первая партия сегодняшнего противостояния между Таймуром Раджабовым и Сергеем Корякиным. Здесь пытался в этом дебюте Раджабов получить преимущество, но Корякин был слишком хорошо готов к этой позиции. Я думаю, что Сергею очень хорошо известны нюансы этого дебюта, поскольку он сам его играл, изучал, и сейчас он продемонстрировал, что он готов к этой игре. Далеко пешку продвинул Таймур Раджабов. В какой-то момент действительно стало немножко боязно за позицию Корякина. Дело в том, что опасная контр-игра могла случиться у белых, но Корякин вовремя находит важные ресурсы в позиции. Вот сейчас мы видим, ход слон g4 меняет фигуры Корякина в нужный момент. Сергей, безусловно, знает, что ферзь с конем – это хорошая сила. В этом дебюте, если ты получил такой рисунок, то все хорошо. И словно рука нарисовала путь к этой позиции Сергею, когда у него осталось мало времени. Да, здесь очень важные ресурсы находит Сергей Корякина. Активизирует своего ферзя вовремя после ферзь e1. Все-таки белые не успели забрать эту слабую пешку на а7. И состоялась все-таки ничья. Это была первая партия между Сергеем Корякиным и Таймуром Раджабовым. Ну а мы сейчас предвкушаем Армагеддон. Интересно очень, как проведут соперники сейчас перерыв между партиями, насколько удастся им абстрагироваться от предыдущих встреч и настроиться на борьбу в Армагеддон. Более или менее в равной борьбе прошли оба сегодняшних блица поединка. Нельзя сказать, что кто-то выпустил победу и кто-то должен быть очень сильно расстроен. Сергей нам скажет, что в целом он во время турниров очень много гуляет между партиями. Это помогает ему как-то насыщаться кислородом. И даже я его встретил на прогулке сегодня перед матчем. Поможет ли им это сегодня? Может быть, как раз и в эти минуты, те самые 10 минут между основным матчем и Армагеддоном Сергей Корякин использует для того, чтобы выйти на улицу и немножко подышать, набраться воздуха, кислорода, наполниться, может быть, новыми мыслями о том, как же противостоять черными фигурами в Армагеддоне. Это очень важно свежесть мышления сохранять, чтобы мозг готов был выдерживать такие стрессовые нагрузки и каждый ход работал на максимуме. В партии Армагеддона белым отводится 5 минут с самого начала игры, черным 4 минуты, то есть черных меньше времени. Но повторимся, что в этой ситуации белые находятся в ситуации обязаны побеждать, только этот результат их устраивает, потому что если опять будет ничья, то тогда дальше по сетке и общая победа будет у черных фигур у Сергея Корякина. Итак, ожидаем противостояние между Сергеем Корякиным и Таймуром Раджабовым. Нас ожидает невероятный Армагеддон. Тимур играет белым цветом, и сейчас он выбирает стратегию на партию. Повторение сценария с Данилом Дубовым, когда он добился победы, оно, конечно, наиболее вероятно, но это держит в голове сейчас и Сергей Корякин. Наверняка уже вспомнил те варианты, которые вчера применял Таймур Раджабов, и уже наметил мысленно наверняка Корякин, как он будет реагировать на ту или иную расстановку белых. Надо сказать, что оба, Сергей и Тимур, люди семейные, наверняка сейчас все семьи примкнули к экранам телевизоров. Разыграна испанская партия, берлинская защита, та самая защита, которая принесла большой успех Владимиру Крамнику, когда он выиграл матч на первенство мира. Все-таки не идет по вчерашнему пути Таймур Раджабов, видимо, понимая, что Сергей Корякин уже продумал, как он будет действовать вот на вчерашнюю расстановку, которая уже принесла успех Таймуру Раджабову.
Интересно, что именно этот дебют мы тоже готовили к матчу на переезде мира с Магнусом Карлсоном. Сергей здесь очень большие познания, и я думаю, что Тимур будет очень непросто. Обратите внимание, как изменила цвет наша виртуальная студия. Напряжение нарастает, оно чувствуется практически везде, даже в воздухе. Вот, Володь, скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что вы готовили этот вариант к поединку к Магнусу Карлсону. А вообще вот память шахматиста, помнит ли Сергей все эти варианты? Сейчас нагрузка на память шахматистов, она возросла не только в разы, она в десятки раз. Все-таки все больше и больше партий, компьютеры влияют. И очень важно находить всегда баланс. Не обязательно все помнить, а важно запоминать главные ключевые идеи вариантов. И это помогает в стрессовых ситуациях, как сейчас, когда остаются считанные секунды. То есть именно помнить направление игры даже важнее, чем помнить именно точные ходы. Интересно, как сказал Вишванатхан, иногда лучше знать только какие-то главные идеи, чем знать 99%, а не знать какого-то ключевого нюанса, который вовремя не вспомнится. Итак, наверняка Сергей Корякин помнит эту позицию на уровне идеи. Он знает, что куда должно идти. А в блице, особенно в столь нервной партии, как Армагеддон, очень важно понимать, какие фигуры ты куда ставишь, и понимать, какой у тебя план в позиции. Сейчас Сергей обезопасил своего слона от размена. Он сделал ход пешка. Это профилактический ход. Он отражает угрозу соперника. Раз задумался Тимур Раджабов, ему надо бороться за перевес, и вот все больше времени тратит азербайджанский шахматист. Почти догнал он на Сергея Корякина уже по показаниям часов. Конь ворвался в лагерь соперника, очередь задумался Сергею, и очередной профилактический ход мы ждем от Сергея. Да, потому что грозит ход конем на Е4, и это будет вилка на ферзя и на слона. Сейчас уже думает Сергей Корякин, какие бы действия профилактические ему вновь необходимо предпринять, чтобы отразить эту угрозу. Возможно, будет выпадом слона на Ж4. Кто знает, как поступит сейчас Корякин. Но нужно быстро принимать решение. Сергей долго думает, он сделал ход слоном на поле поближе, более надежный ход. Прикрыл заодно поле Е4. Сейчас уже раздумывает Раджабов, как же ему быть, ходить ли конь Е4 сразу или, быть может, сделать полезный ход, например, рокировку. Около минуты сейчас преимущество времени Тимура Раджабова. Сергею нужно будет играть все быстрее и быстрее. Мы видим, как Тимур Раджабов уже взволнованно так смотрит на доску. Такое впечатление, что по внешним признакам все-таки поспокойнее Тимур выглядел вот в предыдущих матчах, да, то есть в предыдущих стадиях этого поединка. Не такой высокий пульс шахматистов. Оба они здорово готовы к соревнованию и готовы выдерживать такие нагрузки. Мы видим, конь Е4 ход последовал немедленно на доске, и идет размен. И та самая вилка. Сейчас надо принимать решение Сергею Корякину. Какого из слонов он отдаст? Отдал белопольного, слон бьет Е4. Тем самым образовалось преимущество двух слонов. В открытых позициях это хорошо, но в то же время Сергей имеет все шансы за счет перевеса в развитии уравнять свою партию. У черных нет плохих фигур, все стоит по центру, и, соответственно, Корякин принимает решение, что может себе позволить отдать этого слона за коня. Вот сейчас я неспроста задумался Тимур Раджабов. Важный момент определения пешечной структуры. Вот пешкой все-таки забрал Тимур Раджабов. Надо сказать, что не так много ходов сделали соперники, но уже потратили много времени. Словно боятся ошибиться, понимают, что ошибка выведет из соревнования любого из них, и повышенную угрозу ответственности мы чувствуем. Цена ошибки в Армагеддоне, конечно же, не просто высока, она чрезмерно высока, огромная ответственность. И сейчас мы видим, Корякин улучшает коня. Конечно, конь на d8 стоит временно, он собирается на поле e6. Возможно, пешка черная пойдет на c6. Сергей принимает решение рукой, что ему будет проще играть в дальнейшем. Тимур наступает на фланге. Сейчас, наверное, последний профилактический ход, да, прикрывает это поле f4, и потом король отправится уже на поле g2, тем самым отражая все угрозы черных. Несмотря на то, что Тимуру Раджабову необходима только победа в этой партии, мы видим, что азербайджанский шахматист не сжигает за собой мостов, действует спокойно и старается держать соперника на расстоянии. Куда же уходит время? Сергею нужно быстро принимать решение, да, последовал ход а4, тем самым захватывая больше пространства на ферзе фланге. И именно там нужно играть Сергею. Пока мы еще видим, что у Раджабова фигуры не закончили развитие. Король стоит на Е1, слон на С1, ладья на 1. Эти фигуры еще не делали ни одного хода. И, конечно, сейчас важная задача для Раджабова – это консолидация собственной позиции, обезопасить своего короля.
Нужно думать, Тимур и об атаке. Вовремя может запустить пешку H. Это очень популярно сейчас. Лучшая компьютерная программа AlphaZero действует именно сейчас таким образом. Самым агрессивным. Да. Вывел пока слона на D2 Тимур Раджабов. Продолжает развитие своих фигур. Все-таки люди пока еще не играют на уровне компьютеров, поэтому пока сделал развивающий ход и задумался Сергей Корякин, как же ему быть. Его, напомню, устраивает и ничья в этом поединке для общей победы. Сергей действует по плану. Он сейчас хочет отогнать слона белых и захватить больше пространства на ферзевом фланге. Вообще оценка позиции приблизительно равна. Об этом нам и говорит показатель нашей шкалы с левой стороны доски. И как раз Раджабову надо задуматься над тем, как же он будет выигрывать эту партию. Вот времени уже практически по времени соперники сравнялись. Вот это решение. Тимур все-таки принимает длинную рокировку. И это означает, что полностью обостряет позицию азербайджанский гроссмейстер. Разносторонние рокировки – это когда короли стоят на разных флангах шахматной доски. Мы видим, что черный король сейчас расположен на королевском фланге. На ферзевом стоит белый король. И это значит, что предпосылки для атаки очень велики. Принимают решение разменять слонов. Сейчас Тимур, я думаю, что Сергей сейчас поменяет ферзей на поле c5. Да, именно этот ход следует. Самый надежный путь за черных, потому что Корякин держит в уме то, что его в целом устраивает ничья в этом поединке. Отлично, появился уже Сергей, у него появится не хуже. Конь красавец, контролирует все поля и подводит короля Сергей. Нужно ускоряться. Минута у Сергея Корякина, чуть-чуть больше времени у Тимура Раджабова. И мы сейчас видим, что у Раджабова пульс уже все-таки вышел в красную зону. И действительно, у белых есть повод для волнения. Безусловно, позиция Сергея полностью устраивает, поскольку ничья – это хороший результат. И сейчас у черных ничем не хуже. А ведь белым надо побеждать, поэтому Тимур Раджабов пока не меняет фигуры, старается улучшить положение своего короля. Вот привел его в центр, произошел размен ладей. Единственный шанс белых – это как тактизировать своего белого поля на слона, но пока он расположен на пассивной позиции. Пока не ясно, как это сделать. У Сергея Корякина меньше времени, вот меньше 50 секунд осталось у россиянина. Напомню, что очень важно черным дотянуть до 60-го хода, именно после него начинается добавление 2 секунд на ход. Но 60 ходов пока не сделано, судя по тому, что секунда, они тают безвозвратно, без добавления. И Корякину, конечно, надо действовать очень быстро. Активизировал свою позицию Тимур, он разорвал пешки королевского фланга, но также на ферзевом фланге у Сергея достаточно контр-игра. Объявила шах Тимур Раджабов. Король уходит на d8. Что же предпримет азербайджанский шахматист? Как активизирует дальше фигуры? Напал на пешку e5 пока. Я думаю, что черные, да, забирают пешку. И несмотря на то, что Тимур образовал проходную, у Сергея пешка идет намного быстрее. Пульс шахматистов уже увеличился, конечно же, напряжение нарастает. Белым играть, возможно, даже сложнее эту позицию, потому что выиграть ее все сложнее и сложнее, но время очень важный фактор здесь. Осталось 30 секунд у соперника. Позиция, безусловно, у черных хорошая, но только время может помочь ему Раджабову сейчас. Быстро играет Сергей. Тимур пытается создать еще одну проходную, продает ее вперед. Нужно играть очень быстро, Сергей, считанные секунды, он съедает пешку. Позиция должна, вот если по шахматной оценке, должна закончиться в ничью, но как это кончится в партии Армагеддон, предсказать невозможно. Позиция, да, Тимур соглашается, ничью не играет на время, это джентльменское решение и, безусловно, оно заслуживает большой похвалы. Таким образом, Сергей Корякин добивается искомой ничьей в партии Армагеддон и проходит в следующий раунд. Интересно, что в тот момент, когда согласился уже Тимур Раджабов на ничью, все-таки времени было у Корякина побольше. И таким образом, ничья в партии Армагеддон, дальше выходит российский шахматист Корякин.
партия «Армагеддон» закончилась в ничью, что выгодно черным. Напомню, что белые находятся в ситуации, когда они обязаны одерживать победу. Но Теймур Раджабов не смог одержать эту самую победу. И в итоге зафиксирован мирный исход, а значит, дальше проходит Карякин. И сейчас мы приветствуем в студии Теймура Раджабова. Теймур, добрый вечер. Здравствуйте. Как-то вот «Армагеддон» не так, как вчера для вас сложился, чего-то вот не хватило. Ну да, я хотя позицию хорошую получил, то есть, в принципе, были шансы, я думаю, то есть, даже в конце мне казалось, что шансы какие-то есть, то есть, черные должны были ошибиться в какой-то момент, и тогда, конечно, можно выиграть партию, но понятно, что не так просто, потому что, в принципе, позиция, наверное, теоретически ничейная, и, как бы, Сергей никаких промахов в конце не совершал, на мой взгляд, ну, по крайней мере, ну, что я успевал посчитать. Вот. Хотя позиция мне нравилась с дебюта. Я получил, не знаю, мне казалось, приятную позицию. Может, мне надо было А4 самому пойти, не допускать А4 зажима, как бы, да, C6, B5, после этого он провел. И позиция, ну, уже была фактически без шансов особых. То есть, наверное, черный вообще хороший позиция. То есть, мне кажется, он там мог еще сильнее играть. Вот. Ну, не знаю, пробовал все, что мог, а что получилось, то получилось. Я как-то не привык, если честно, то есть в том смысле, что когда не проигрываешь партию, а вроде проигрываешь матч. То есть какой-то странный. Это Армагеддон, да, это да, странное, да, ощущение, вот, недосказанности. Надо привыкать к такому формату, да. Теймур, все мы знаем, что вас тоже поддерживает очень здорово семья. Я помню, что как тоже общались наши родители во время детских соревнований. А насколько она чувствуется и всегда вот, насколько она важна вообще в роли шахматистов? Ну, по-разному. На самом деле, в моей ситуации, как бы я всю жизнь фактически с отцом постоянно ездил на турниры. Вот, то есть какое-то время вместе с отцом и с матерью, то есть после этого, в принципе, старался, по крайней мере, всегда быть, ну, с кем-то из близких, в любом случае. И, ну, мне всегда помогало, то есть зависит от человека, мне кажется. То есть многим, я думаю, что лучше быть одним на турнире, то есть поменьше эмоций, лишних разговоров и так далее. Вот, для меня всегда было комфортно, как бы, быть с отцом, и, в принципе, он, как бы, мой первый тренер, и поэтому всегда психологически было приятно с ним находиться на турнирах, и до сих пор, в принципе, так и продолжается. Теймур, вообще, вот говоря об этой партии смерти, об Армагеддоне, многие шахматисты спорят, какой же цвет более выгодно брать, белый или черный. Вот вы взяли белый, да, несколько раз. Вы до сих пор считаете, что все-таки лучше брать белый в этой партии смерти? Вроде же не проиграли, но выбыли. Получилось. Нет, в сегодняшней партии я не выбирал цвет. Вот, то есть это Сергей выбрал черный, поэтому, то есть, здесь ситуация немножко другая. А так я считаю, что белый все равно имеет преимущество, ну, на мой взгляд, опять-таки, это доказать надо, конечно, в игре, да, что есть преимущество какое-то, вот, но, на мой взгляд, все-таки белый имеет небольшое преимущество. Теймур, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. И до встречи на проекте. Спасибо. Спасибо, Теймур, удачи вам. Спасибо. Итак, завершилось противостояние между Теймуром Раджабовым и Сергеем Карякиным. Драматичная развязка в партии смерти. Армагеддон решил исход поединка. И вот даже один из участников, Раджабов, признался, что вроде бы не проиграл, но как-то получилось, что выбываешь из соревнования. Это Армагеддон. Что тут сказать? Защита оказалась сильнее атаки. Именно так происходил матч сегодняшний. И Сергей аккуратным образом свел партию в ничью, в Армагеддон. Первая часть поединка, классическая, если ее можно так назвать, когда две блиц-партии были сыграны, прошла практически в равной борьбе. Ни у одной из сторон не было очень большого перевеса. Всю тяжесть борьбы гроссмейстеры, может сознательно, а может и нет, перенесли на вот эту партию смерти, где Сергей Карякин черными фигурами выстоял, добился искомого результата, добился той самой ничьей и проходит дальше. Именно в этот момент Теймур задумался, все-таки он понимал, что уже позиция у него не лучше и нужно как-то обострять ситуацию. Пытался это сделать Теймур Раджабов, даже ушел в длинную рокировку, где-то это, возможно, риск. Вот мы видим сейчас на доске тот самый эндшпиль, но здесь, наверное, уже объективно черные вне зоны риска. Только время могло помочь Теймуру, но все-таки Сергей ускорил темп игры и сейчас уже позиция, как мы видим, у него не хуже и по времени он превосходит. Главное в какой-то момент было быстро передвигать фигуры по доске, делать это не просто быстро, а очень быстро. И как раз с этой задачей Сергей Карякин прекрасно справился. И в итоге лишняя пешка в ладейном окончании не обеспечивает белым победу. Это теоретически ничейный эндшпиль. Итак, сейчас мы приветствуем в нашей студии победителя этого противостояния Сергея Карякина. Сергей, поздравляем вас с победой. Спасибо. Сергей, вот, наверное, в Армагеддоне в какой-то момент надо просто вот быстро делать ходы, может быть, даже поближе к часам. Да, это самое важное. Ну, в какой-то момент, то есть, была очень тяжелая позиция по дебюту, у него было преимущество двух слонов, но потом он не
не поставил А4, нужно было ему структуру стабилизировать. После того, как я пошел А4, С6, Б5, я надвинул пешки, и уже, наверное, у него объективно может быть даже похуже. Потом он, наверное, правильно отреагировал, перешел в эндшпиль, где у меня, конечно же, полнейший порядок, но времени у него больше, и здесь очень важно было играть быстро. Ну, конечно, то есть зачем я допустил А6, непонятно, я мог сам поставить А6, но, с другой стороны, наверное, я ни в один момент не стоял хуже, а, может быть, даже вместо ладья G2 я мог пойти ладья А1, и это потом пойду ладья на эндшпиле, ладья А1, потом А2, и потом ладью шахом уйти, и вообще без всяких проблем сделать ничью. Ну, в итоге, как вышло, самое главное, что тот результат, который был нужен, он достигнут. Сергей, похоже, сценарий развивалась ваша партия Армагеддон, как у Владимира Крамника, тоже одержали победу с черным светом. И в похожей позиционной манере вы вместе готовились, или это просто совпадение? Нет, ну это совпадение, но, в принципе, я говорил в самом начале этого турнира, что черными играть, ну, мне, по крайней мере, психологически проще. Когда у меня стоял выбор сегодня, я вытянул белую пешку, и у меня было выбора... Был выбор, то есть белыми или черными играть в Армагеддоне. Я еще до матча сказал, что я выбираю черный цвет. В принципе, я был полностью прав. И, может быть, психологически из-за этого во второй белой партии я уже не стал рисковать, не стал выходить на какую-то там, ну, большую борьбу, а уже как бы сделал спокойную ничью и перешел в Армагеддон, в котором, ну, мне было достаточно комфортно. Сергей, здесь вот мы затронули такую любопытную тему. Это вот настройка питания, настройка на соревнования. Владимир рассказал о том, что вы перестраивали комплекс своего питания в преддверии матча в Нью-Йорке. Как-то вот перед проектом Армагеддон был ли сегодня у вас десерт, может быть, для поднятия настроения, или вы все-таки решили вот жестко подойти к этому вопросу и не есть ничего сладкого? Только чуть-чуть, но ну и тем более после вчерашней победы хотелось как-то отметить. Вот вчера вечером точно был на ночь десерт. Сознаетесь? Да. Сергей, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. И до новых встреч на проекте Армагеддон. Спасибо. До свидания. Итак, сейчас начинается главное противостояние этого вечера. Выходит на наш шахматный импровизированный ринг Ян Непомнящий. Мы его уже видим на нашем ринге. Итак, Ян Непомнящий, Владимир Крамник. Два шахматных гиганта, два тяжеловеса, не знавших поражения на нашем проекте «Армагеддон». Большое российское дерби. Дерби лидеров российской сборной и друзей, и коллег. Они много знают друг о друге. Во время соревнований много вместе готовятся. И очень интересно, как же они проведут этот матч сегодня. Также интересно, что гроссмейстеры вообще много времени проводят вместе. Они и пообщаться не прочь, и прогуляться вместе могут. Но вот интересно, что когда они садятся за доску не в составе российской сборной, а в индивидуальных соревнованиях, конечно же, это очень жесткие соперники. Поэтому очень интересно, как будет развиваться борьба. Конечно, для Владимира Крамника игра с Яном Непомнящим – это серьезный вызов. Напомню, что 14-й чемпион мира в начале этого года объявил о том, что завершает профессиональную карьеру. При подготовке к Армагеддону Крамник признался, что серьезной работы не проделывал, а хочет просто получить удовольствие от этого интереснейшего проекта «Армагеддон». Последнюю встречу оказывались за Яном Непомнящим. Он держал победу в Дортмунде и в турнире Вейкензее, но играл он белым цветом, а преимущества в выступке все-таки играют большую роль. И сейчас мы видим, что будет микроматч из двух партий, поэтому это уже абсолютно другой турнир. Это и другой турнир, и другой формат. А сейчас напомню, что гроссмейстеры находятся под прицелом телевизионных камер. Вот Ян Непомнящий будто бы оборачивается в нашу сторону. Видимо, слышит и понимает всю ответственность. Он находится под прицелом видеокамер. Сейчас, конечно же, болельщики ожидают невероятной схватки двух лидеров российской шахматной сборной. Интересно, что Владимир Крамник очень опытный шахматист. Он играл во всех форматах. И как раз и под прицел видеокамеры он давал нам совет перед матчем в Нью-Йорке, что будет внимание только на двоих. Поэтому готовьтесь к этому. И сейчас, и, может быть, отчасти в этом его успех пройти Армагеддон, что он привык к такому вниманию. Итак, поединок начался. Ходом ферзевой пешки начинает свою игру Владимир Крамник. Как всегда, любимый выбор дебюта 14-го чемпиона мира. Таким же образом он играл против Тимура Раджаба. Все-таки, хоть и Владимир говорит,
что он не так готовился к турниру, но мы видим, что подготовка была проведена. Или, возможно, это та самая подготовка, которая еще играет свою роль, которая была проделана до того, как Владимир Крамник покинул шахматы. Владимир Крамник очень любит играть на нюансах. Это невероятно глубокий шахматист с большой подготовкой. И сейчас уже на первых ходах позиция знакома Яна, но чуть-чуть есть небольшие нюансы. Именно на эти нюансы сейчас будет отвечать Владимир Крамник. Как раз на таких нюансах, тонкостях позиции Владимир Крамник очень часто переигрывает своих даже очень именитых соперников. Дело в том, что как раз Крамник славится постановкой игры, своим большим пониманием шахмат. Он готов играть любую позицию, имеет огромный опыт. И, конечно же, для Яна Непомнящего сейчас это тоже большая ответственность. Черными фигурами надо расставить дебют так, чтобы не встать сильно хуже и иметь шансы на уравнение позиции. Очень много проводит шахматисты времени из-за физической подготовки. Так Владимир Крамник любит играть в большой теннис, в волейбол и плавать. Я знаю однажды, Лемира, что ты даже вела съемку в бассейне. Как это было? Да, мы имели такое удовольствие снимать, как готовится Владимир Крамник. Это было в Брисаго во время матча за звание чемпиона мира. Он встречался с Петером Леко. Напомню, что тогда Крамник сравнял счет в поединке и по правилам оставил за собой шахматную корону. Конечно же, Владимир Крамник работает над своей физической формой, над тем, чтобы выносливость организма была достаточно большой, потому что все-таки очень серьезные нагрузки, в том числе и психологические, эмоциональные, испытывают шахматисты, сидя за шахматной доской. Даже мы видим это по показаниям пульса. Уже у обоих гроссмейстеров в красной зоне. Вот у Яна вообще, например, за 130 ощущение, что уже, может быть, он уже на легкую пробежку вышел, а он сидит за доской. Да, например, на сборах мы любим часто играть в футбол, и Ян становится на ворота, отражает все удары. Я не сомневаюсь, что это и помогает ему и в шахматах. Да, концентрация и именно нацеленность на такой удар помогает Яну Непомнящему. Не исключено, что ему помогает и его вот эта новая прическа. Такой, может быть, стиль самурая, хотя сам Ян говорит, что это спорный очень вопрос, но тем не менее выходит он именно вот в этом стиле, хотя на последних турнирах он выглядел немножко иначе, по крайней мере, его прическа. Все фигуры уже введены в борьбу. Можно сказать, что дебютная стадия закончена. Небольшое преимущество белых. Надо сказать, что концепция Владимира Крамника пока весьма удачная на партию. То, что наметил 14-й чемпион мира, как раз это он и воплощает. Небольшой пространственный перевес у белых все-таки есть. Черные пока не освободились. Мы видим, что больше пространства и в центре белых гораздо больше, чем черных. Побольше пространства и воздуха в позиции белых. Очень сильная дебютная подготовка у чемпиона мира. Я помню однажды, как Магнус Карлсен, когда играл с ним черным, он перед партией сказал: я буду просто играть быстрее, поскольку я знаю, что попаду в плохую ситуацию, но время не пригодится потом. То есть даже сам чемпион мира знал о том, что с Крамником легко можно попасть в плохую позицию, играя черными. Кстати, я напомню, что Ян Непомнящий один из немногих шахматистов, кто имеет положительный счет с Магнусом Карлсеном. Мне кажется, это серьезное достижение, Володь, не так ли? Да, у Яна счет 4-0 в классические шахматы, побед над Магнусом. И Магнус очень уважает Яна, они и большие друзья тоже. Они много играют партии, занимаются и, конечно же, счет Яна с чемпионом мира достоин уважения. Вот, Володь, а ты как тренер Яна Непомнящего, как ты думаешь, все-таки вот выступая против такого чемпиона Владимира Крамника, у Яна нет ощущения, что вот все-таки он в роли догоняющего? И сможет ли он психологически чувствовать себя комфортно? Мне кажется, что каждая встреча по-новому. Все-таки у Яна последние встречи удавались хорошо, но он знает прекрасно, что Владимир большой чемпион, очень сильный. И в какой именно форме окажется сейчас Владимир, это большой сюрприз для него. Тем более, что Ян Непомнящий в последнее время демонстрирует отличную подготовку и шахматную, и вообще спортивную форму. Он, напомню, не так давно выиграл первый этап гран-при. Это был очень сильный и такой долгий турнир. И выжил там как раз Ян Непомнящий, вышел победителем из этого нокаут-турнира. Напомню, на тайбрейке одолев Александра Грищука, другого российского гроссмейстера. Конечно, сейчас Ян Непомнящий наполнен уверенностью, но зато Крамник чувствует себя раскрепощенно. Он объявил об уходе из профессиональных шахмат и просто может наслаждаться игрой, а часто это очень раскрепощает. Но я думаю, что все-таки Владимир не оставил своих амбиций. И интересно, что все игроки невероятно мотивированы. Им хочется одержать победу, причем одержать ее именно в Москве, сердце столицы.
Причем не просто одержать победу, потому что это турнир «Армагеддон», это то самое мероприятие, которое войдет в историю как первый трансляционный показ шахмат в прямом эфире. Трансляция молниеносной игры «Блица». Здесь мы видим уникальные съемки, возможности нашей виртуальной студии гораздо больше, чем могут показаться. Обратите внимание, видим мы все эмоции на лицах игроков. Например, Крамник так вот по внешним ощущениям уже начинает немножко волноваться. Большой позиционный перевес у Владимира Крамника. Пешки перешли демаркационную линию, середину доски. И он думает, как ему это распорядиться, чтобы не расплескать это преимущество. Это очень важно, потому что Ян Непомнящий действует аккуратно. Он словно предвидел эту ситуацию, как Магнус Карлсен, который сказал, что я буду стоять хуже с Крамником. Так вот, и Непомнящий также пытается просто не создавать слабости, не ухудшать свою позицию. Тем временем нападает Крамник на пешку f7. Это очень важная пешка. Крамник будет пытаться усиливать свою позицию. Может быть, ход d6 имеет место. Безусловно, создание проходной это входит в план Владимира, но очень соблазнительно пока поддержать напряжение, просто поиграть в шахматы. Это даже, пожалуй, больше в стиле Владимира Крамника. Не обострять ситуацию, не выходить на конкретную игру. Так и делает Крамник. Он просто защищает эту коренную пешку на e5 и предлагает черным высказаться. Нужно защищаться Яну, нужно блокировать эту проходную пешку. Я думаю, что на открытую линию нужно ставить ладью сейчас черным. Также важно, что для Яна Непомнящего, который является таким шахматистом достаточно острого, агрессивного стиля, ему неприятно психологически все-таки держать напряжение, оставаться в худшей позиции. Конечно, это все учитывает Владимир Крамник. Но все-таки опыт встречи с великими шахматистами подсказывает, что не всегда ты можешь атаковать, нужно и защищаться, нужно уметь это делать. И, конечно же, Ян тоже наверняка настраивался перед игрой с самим Крамником, что не все так просто и не будет у него легкой прогулки в этом поединке. Кстати, пульс у Непомнящего уже за 150, то есть действительно есть о чем поволноваться Непомнящему в этот момент. Обостряя ситуацию Владимир, он создает дополнительную слабость черным. Если сейчас черный не отреагирует, то будет у них позиция очень неприятная. Интересно, как переигрывает Крамник, просто ход за ходом своего оппонента, все меньше времени у Яна Непомнящего. Смотрите, уже 10 секунд практически, поразительно. Ян активизирует ладью ценой пешки, он это делает, но с точки зрения практически шахмат это очень хорошее решение. Но что делать? С другой стороны, Крамник понимает, что если он заберет пешку на a5, то последует ладья c3, белые и черные будут пытаться активизироваться, но пешку все-таки надо забрать, в блице она пригодится. Черные еще пытаются ликвидировать самую главную гордость позиции, это пешку d. Нападает на нее Ян Непомнящий. Крамнику надо принимать какое-то решение. О, он идет вперед. Е6. Интересное прорывается решение. Прорывается король и чемпион мира, но в то же время слон черных теперь будет активен. Нападает на ферзя. Белые согласны играть этот эндшпиль. Количество пешек поровну. По-прежнему преимущество чемпиона мира, но все-таки Яну удалось сохранить равный материал. И ему удалось немножко освободить эту позицию. Пешка на b4 у черных проходная. Белым надо что-то делать. Разменивают коня на слона. Да, ладейный эндшпиль. Похоже, уже Ян вне опасности. Мне кажется, что Владимир расплескал свое преимущество. Возможно, ход e6. Возможно, он пропустил ответ f5 за черных. И после этого черный слон раскрылся, и фигуры выскочили на свободу. В случае, если Яну удастся размять эти пешки, у него будет даже небольшое преимущество. Все-таки пешки более выдвинуты сейчас у белых, и на e6 слабость. Ощущение, что сейчас Крамник будет доказывать, что позиция 4 на 3 в ладейном окончании ничейная. Будет стараться защищать ее Владимир Крамник. 14 секунд, нет, уже даже меньше. Очень важно психологически перестроиться с чемпионом мира. У него было все время преимущество, а сейчас ему нужно обороняться и делать это очень точно. И аккуратной игрой спасать это ладейное окончание без пешки. Напомню, что теоретическая оценка этой позиции все-таки ничья недостаточно для победы одной пешки, когда владейники они на одном фланге. Но чем кончится эта партия, никто не знает. Это же блиц. Владимир, блестящая техника эндшпиля, но все-таки при игре на секундах нужно помнить, что количество ошибок возрастает. F3 сделан ход, попридержать черные пешки. Сейчас важно выработать линию защиты для белых. Как не потерять эту пешку F3, поэтому Крамник ходит на первую горизонталь. Очень важное и смелое решение. Владимир допускает отрезание короля и он подставляет ладью. Это фантастика. Это невозможно. Он подставляет ладью. Это просто зевок ладьи. Это как невероятно. Это как, как это случилось? Это какой-то инцидент. Он поставил ладью на b6 в один ход. Это просто ужасный зевок Владимира. Это невероятно. Это самая неожиданная развязка из всех возможных вариантов. Просто белые подставили ладью, имея чуть больше 10 секунд. И Ян Непомнящий одерживает победу в поединке.
Завершилось первое противостояние между Яном Непомнящим и Владимиром Крамником. Закончилось оно неожиданно. Даже не то, что неожиданно победа Непомнящего, но неожиданно то, как это случилось. Крамник подставил ладью. Владимир контролирует ситуацию на доске, но время осталось очень мало, и это было очень похоже на как автогол в футболе. Действительно, видимо, отпустил руку Владимир Крамник, оставив ее под боем на поле Б6, и Непомнящий сам был, видимо, настолько шокирован, просто развел руками, но, конечно же, ладью Непомнящему пришлось забрать. Это самая неожиданная развязка из этого поединка, которая только могла случиться, потому что у Крамника на протяжении всей партии был большой позиционный перевес. Да, безусловно, дочеловеческая ошибка, которая показала, что напряжение в партии очень высоко, и не так просто с ним справляться даже чемпиону мира. Отмечу, что вот этот зевок, просмотр ладьи в один ход с Владимиром Крамником произошел, когда на часах оставалось около 10 секунд, и справиться с этим напряжением было непросто, но если бы не просмотр вот этой самой ладьи, то не исключено, что в ладейном окончании были хорошие шансы на ничью у Крамника. Ничья была логичным исходом партии, но словно угадал ход соперника Ян, и произошла вот такая трагическая ошибка чемпиона мира. Давайте посмотрим на самые интересные моменты вот этого поединка, как развивалась эта партия. Начинается партия, Владимир продемонстрировал свою глубокую подготовку и, похоже, сценарий он развил партию как с Тимуром Раджабовым. Получил комфортную позицию Владимир Крамник, что называется, в своем стиле, такой пространственный перевес, без особенной контр-игры у соперника, а мы знаем, что Ян Непомнящий очень любит контр-игру, любит играть активно. Первая стадия борьбы, безусловно, была за чемпиона мира, он наращивал давление и позиционно действовал просто превосходно. Ход за ходом Владимир Крамник переигрывал своего соперника, получал преимущество. И вот мы видим, как он захватывает центр и ходит и пешкой с Е4 на Е5. И перевес Крамника в какой-то момент был уже подавляющим. Да, возможно, слишком промедлил чемпион мира в какой-то момент, упустил свое преимущество. Надо было, возможно, раньше переходить в атаку, но допустил этот ход Е6. И вот сейчас на нашем телеэкране мы видим вот это ладейное окончание. Да, мы видим эту трагедию ошибку чемпиона. Трагедию Владимира Крамника. Он подставил ладью. Итак, самым неожиданным образом завершилась эта партия. Владимир Крамник, так по ощущениям, даже сам удивился, что же такое с ним случилось. Вот судя по тому, как он развел руками, он не ожидал, что ладью-то он подставил как раз под удар черной ладьи. Это просто шок, Эльмира, мне кажется. Я только вспоминаю похожий какой-то вариант, когда Владимир зевнул мат. Игра с компьютера по раву, но все-таки это был компьютер, а не человек. Да, я тоже сейчас вспомнила об этом инциденте. Это было как раз на матче в Германии. И тогда Владимир Крамник очень долго держал это тяжелейшее напряжение, играя с компьютером. И все-таки в последней партии он допустил этот трагический зевок. Здесь мы видим похожий сценарий. Хотя Яна Непомнящего в определенном смысле можно же сравнить с компьютером. Играет быстро, точно и хорошо считает варианты. Но сейчас интересно, что Ян будет играть белыми. Владимиру нужно срочно менять стратегию на борьбу, поскольку у него обычно дебютный репертуар очень солидный. Сейчас ему нужна только победа. Для Владимира Крамника наверняка сейчас самое главное – это забыть о том ужасе, который с ним приключился несколько минут назад. Забыть о том, что он подставил ладью в один ход. И все-таки стараться начать противостояние с чистого листа. Конечно же, помня о том, что ему надо отыгрываться, но нужно освободиться от этих негативных эмоций. Они, безусловно, присутствуют. Все-таки отдать эту партию очень обидно Крамнику. Мы видим уже игроки в студии. Сейчас ничего не напоминает о прошлой встрече, только внутри бурлят эмоции. И это мы понимаем. Я не помню, еще что-то продолжает обсуждать с Владимиром Крамником. Возможно, они как раз обсуждают тот самый момент, когда оставил ли он ладью под ударом, ту самую. Партия начинается. Да, Владимир применяет дебют, который называется Пирцевым Фимсову, по фамилии создания этого дебюта. И, конечно же, никаких берлинских стен не будет со стороны Владимира Крамника. Ему необходимо играть на победу. И поэтому вот в этот вариант выходит 14-й чемпион мира, чтобы иметь шансы на обострение борьбы. Но это дебют знакомый Яну Непомнящему, поскольку в начале года Вейканзе он обыграл Аниша Гири черным цветом. Тогда мы подготовили очень сильную идею за черными. Вообще вот эта расстановка черными фигурами в последнее время становится все более популярной на определенном уровне, когда черные хотят играть на перехваты инициативы, но играть именно равную позицию они не имеют желания. Им надо вот обязательно вот как-то вот так выставиться, чтобы потом иметь возможности для контр-игры подрыва центра.
Безусловно, очень важно удивить соперника сейчас. И играя спокойную позицию, вы рискуете намного больше, чем играя какой-то разносторонний рисунок, где, возможно, много вариантов. Пока Ян Непомнящий действует очень спокойно, просто расставляет фигуры в центре доски и хочет спросить у Крамника, где 14-й чемпион мира собирается прорываться. Жертвуя пешку, чемпион мира за инициативу, Ян ее должен принимать. Поменялись пешки, пока забирает эту лишнюю пешку Ян Непомнящий и просит черных продемонстрировать, для чего они ее отдали. Сейчас чемпион мира нападает одновременно на слона и на пешку. Ян уводит аккуратно фигуру назад. Посмотрим, какое решение примет Владимир Крамник. В тяжелой позиции он оказался, в тяжелой ситуации турнирной. Идет размена слона на c3, ухудшил пешечную структуру и спокойненько развил фигуру Владимир Крамник. Владимир Крамник рискует, безусловно, но ему нужна только победа, его можно понять. Черные поля очень ослаблены в лагере черных. Вот сейчас, конечно же, слон d4, такой логичный ход. Интересно, что Ян Непомнящий даже вот начал этого самого слона, только что съеденного, крутить в руке. Ощущение, что Непомнящий ощущает себя более или менее комфортно, пока не видит, как может создать ему проблем Владимир Крамник в этой партии. Ян даже жертвует обратно материал Владимиру. Пешка на вчере сейчас под боем, но понимает, что последует скорейшее развитие, и инициатива будет у Яна. Это очень важно для Непомнящего. Он очень инициативный шахматист. Ему необходимо развивать не просто фигуры, а делать это с толком для того, чтобы каждым ходом стараться нагнетать давление на своего соперника, на позицию фигур своего противника. Владимир действует только на инициативу. Сейчас он понимает, что ему нужно играть быстро, чтобы создать какие-то шансы. Но это очень непросто в этой позиции, особенно когда ты играешь черными с Яном Непомнящим. Пытается Крамник что-либо придумать. И сейчас, пока выводит коня на c6, может быть, он хочет забрать этого слона на d4 пока. Очень важное решение сейчас нужно принимать Яну. Разменить ли своего слона на коня сейчас или оставить его под боем? Вопрос открытый по-прежнему для Яна Непомнящего. Он сейчас, вот, пожалуй, один из тех моментов, когда надолго задумался, все-таки забирает на f6 Ян Непомнящий. Да, происходит размен, черный заканчивает развитие, но через несколько ходов и белые уведут короля из опасной зоны в центре. Дело в том, что Непомнящий, конечно же, помнит о том, что его-то устраивает ничья в этом поединке, поэтому он может себе позволить подменять несколько фигур и вообще действовать вне зоны риска. Вы знаете, не так плохо Владимир действовал в дебюте, сейчас позиция достаточно сложная, но хватит ли ему для победы этого или нет? Мы скоро узнаем. Сдвоенные пешки по линии С у белых. Обратите внимание на c2 и на c3. Скоро они станут объектом атаки для черных. Владимир Крамник думает, с чего же начать. Вводит коня в центр. Потому что конь на краю доски – это всегда плохо. И на доске ход конь c4. Запрыгнул конь в лагере соперника. И сейчас Яну нужно думать, ликвидировать его или нет. Да, принимает решение, все-таки съедает Ян и прорывается в центре. Да, но с другой стороны у черных остается сильный слон на b7. Эта фигура может причинить неприятности в лагере белых. Посмотрим, какое решение примет Крамник. Ему важно сейчас держать напряжение и не отпускать соперника по времени. Я думаю, что должен захватывать открытую линию D сейчас Владимир достаточно быстро. С темпом, нападая на ферзя. Наверное, над этим ходом сейчас раздумывает 14-й чемпион мира. Наиболее логичное продолжение, но нет. Он нападает на пешку c3. Да, все-таки Владимир действует, может быть, даже жестче. Он сразу же атакует пешечные слабости Яна Непомнящего. Не давая белым активизировать своего ферзя, потому что, конечно, он понимает, Крамник понимает, что сила Непомнящего в атаке, в агрессивной игре, наверное, хочет Крамник просто ходом ферзь c3 разменять этих самых ферзей и играть чуть-чуть эндшпиль получше. Очень здорово Владимир играет еще и в волейбол. Я помню, что на одном сборе он с Александром Грищуком проводил операцию «Волну» и делал это безупречно. Сейчас тоже будто он подбрасывает мяч своим фигурам. И фигуры отлично справляются с подачей. Пока у Крамника есть шансы определенные на получение перевеса. Дело в том, что слон, возможно, все-таки будет сильнее этого коня. Пешки по-прежнему на двух флангах. Хотя конь на e5 у белых тоже сильная фигура. Конь на e5 – это гордость позиции Яна. Он спокойно продолжает расставлять пешки на противоположных цветах слону. Это очень полезное решение, чтобы они были
были всегда под защитой. Сейчас надо черным с одной стороны активизировать ладью, возможно, ход ладья c8, да, его делает крамник, но с другой стороны восьмая горизонталь у белых. У черных подвисает из-за этой пешки на f6, она стесняет черных и, возможно, даже сплетение матовых сеток для черных, что очень опасно. А мы видим пешку на f6, это как гвоздь в позиции, который будет до конца партии мешать Владимиру вести короля в игру. Активизируется Ян Непомнящий. Простая достаточно игра в руках у белых. Черные не могут ответить тем же. Они не могут выдвинуть свою ладью вперед из-за слабости восьмой горизонтали и объявление мата на поле d8. Задумался крамник. У него уже меньше 30 секунд. Показывает сейчас свою пешку Владимир, но Ян действует в позиционном ключе и полностью контролирует ситуацию на доске. Да, похоже, Яну играть гораздо спокойнее, гораздо комфортнее. Он даже не обязан здесь предпринимать попыток к победе. Его устраивает ничья. Конь и ладья достаточно активно расположены. Сейчас Ян может спокойно усиливать свои оставшиеся фигуры. Этим он как раз и занимается. Ладья белых уже зашла на седьмую горизонталь, где-то грозит шах с Е7. Его и объявляет Непомнящий и уходит обратно, нападая на пешку. Король у черных расположен на последнем ряду очень плохо, и именно этим пользуется Ян Непомнящий, у него преимущество. Да, мы видим, что соглашается на ничью, согласились да. на ничью гроссмейстера. И таким образом Ян Непомнящий фиксирует победу в этом поединке со счетом 1.5 на 0.5 очка. Конечно, драматичной была первая партия с зевком ладьи, с просмотром ладьи Владимиром Крамником. Да, это так бывает, когда ты ведешь атаку, и ты не готов защищаться, и в какой-то момент организм, может быть, подсознательно где-то расслабляется, и происходит такой вот трагический зевок. На последних секундах Владимир Крамник потерял концентрацию и подставил ладью под удар ладьи белой. Немедленно ее забрал Ян Непомнящий, и Непомнящий одерживает победу в этом поединке со счетом 1.5 на 0.5 очка. Сейчас соперники обсуждают итоги встречи, и мы посмотрим лучшие моменты. Завершилось второе противостояние игрового дня на проекте «Армагеддон» между Яном Непомнящим и Владимиром Крамником. Непомнящий одержал победу со счетом 1.5 на 0.5 очка. У нас сейчас в студии Владимир Крамник. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Конечно же, мы не можем об этом не спросить, а о том, что же случилось в первой партии. Может быть, просто не донесли руку, вот ладья, может, не туда пошла просто она. Да нет, я не знаю, я просто не смотрел, куда он ладью поставил. Я просто считал, что я сейчас стою по шестой. Ну, понятно, что надо на ничью соглашаться, и я просто совсем потерял концентрацию. Ну, просто думал, ходы делаю, и вдруг подставил под бой, и я не сразу еще увидел это. Только когда Ян на меня посмотрел так удивленно, я понял, что произошло, да. Ну, я не знаю, то есть, трудно это объяснить, конечно, ну, кроме того, что, конечно, совсем было выиграно. До этого, но, конечно, трудно объяснить, не понимаю, как я, потому что достаточно вроде с какой с концентрацией играл, то есть не знаю, почему я даже не посмотрел, куда он ладью поставил.
Ну да, после этого, конечно, сложно было уже возвращаться в матч, хотя какую-то борьбу я завязал во второй партии в какой-то момент, но, конечно, трудно было реально на что-то рассчитывать. Владимир, вот все мы знаем вас как не только великого чемпиона, как бы сидящего стратега, аналитика. Как вам шахматы помогают в жизни еще принимать решения в других сферах? Ну, я думаю, всем отчасти помогает. Все-таки шахматы развивают и логическое мышление, профилактическое мышление, что, кстати, очень важно тоже. И думаю, что как-то помогают, но не знаю, мне трудно сказать, правильное ли решение по жизни принимаю или нет. Посмотрим, так сказать, что будет в итоге. Но я очень рад. Мне кажется, что, по крайней мере, мой тип мышления, он формирован, безусловно, шахматами. Владимир, а как вы считаете, вот многие говорят о том, что стиль игры шахматиста отражает его характер. Вы согласны с этим мнением? Я думаю, да. По крайней мере, у меня так было всегда. И мне кажется, у многих шахматистов это так. Поэтому я с этим согласен, да. А все-таки вот такое непростое противостояние с Яном Непомнящим, возможно, вот этот вот просмотр, в конце секундная потеря концентрации, может быть, это как раз вот на секундах уже немножечко вот не хватило какого-то нерва и какого-то драйва, вот уже оставалось около 10 секунд. Ну, в этот момент как раз уже времени было достаточно, то есть до этого были проблемы некоторые, в этот момент уже, я даже не трудно объяснить, но скорее наоборот, какое-то расслабление некоторое, ну, потому что уже ничья, и, ну, объяснить это сложно, честно говоря. Такой раз бывает 100 партий, но почему-то вот именно сегодня произошло, не могу сказать, что я там нервничаю, ну, то есть не знаю, просто вот так бывает. Ну, конечно, жаль, потому что, в общем-то, ну, в принципе, вторая партия была бы совсем другой, была более интересна, пока я не говорю о том, что мне удалось бы выиграть, конечно, но я бы играл по-другому, и так, конечно, когда проигрываешь первую белыми, уже очень сложно отыгрываться, поэтому так как-то получилось довольно глупо. Но что делать, буду завтра бороться дальше. Владимир, вот скажите, как вам в целом турнир? Болельщики очень рады вас видеть вновь в игре, вы одержали много очень интересных побед в матчах, и готовы ли дальше вы продолжать в таких проектах участвовать? Ну, в принципе, да. Я думаю, что если будет он интересный, конечно, проект. И я знаю, что намечают делать такие турниры в разных городах мира подобного формата. Во всех, конечно, не смогу сыграть. У меня много сейчас других дел. Но, может быть, иногда в Москве, конечно, с удовольствием. Но, может быть, 1-2 раза еще сыграю. Мне нравится это. И формат, и, в принципе, так увлекательно. Особенно, если ладьи под бой не подставлять, то вообще одно удовольствие. Владимир, ну, напомню, что для вас проект «Армагеддон» еще не закончен. Это всего лишь первое поражение. У нас Double Elimination, всегда есть шанс. Так что мы желаем вам успехов. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. До новых встреч. Спасибо. Удачи вам, Владимир. Спасибо. Итак, мы видим вторую партию между Владимиром Крамником и Яном Непомнящим. Друзья-соперники даже успели перекинуться парой фраз до начала игры, что, в принципе, необычно перед блицем. Да, но все-таки драматическая развязка первой партии, она не оставила равнодушных даже самих соперников. И мы видим, как Владимир обострил борьбу, и Яну приходилось принимать очень непростые решения. Сложно, конечно, было Владимиру Крамнику после такого удара, после такой подставки ладьи в один ход вернуться в борьбу, вновь начать бороться за перевес. Тем более черными фигурами с таким сильным соперником, как Ян Непомнящий, пытался Крамник ставить сопернику проблемы, но в итоге не получилось. И Крамник покидает верхнюю часть турнирной таблицы. В нашем проекте «Армагеддон» остался только один шахматист, который не проиграл ни одного матча, это Ян Непомнящий. Да, надо сказать, что Ян выиграл матч, но, конечно же, во многом благодаря победе в первой партии, которая была очень неожиданной для чемпиона мира. Итак, мы рады приветствовать победителя этого противостояния, Яна Непомнящего. Противостояние Ян Непомнящий. Поздравляем вас с победой. Спасибо, добрый вечер. Как вообще? Вот первая партия, ведь она была для вас достаточно сложной. Может быть, даже и похуже вы стояли где-то в Миттельшпиле в середине игры. Ну, начнем с того, что здесь нету слабых соперников, да, то есть даже там, самый первый матч мой с Орнестом складывался крайне тяжело. Ну и не говоря уже, понятно, о матче с Владимиром Борисовичем, он очень сильно хорошо играет в блиц, он обладает важным качеством, он всегда целеустремлен, нацелен на победу, то есть кто-то иногда бывает. Вот, например, если сравнить его, например, с Тимуром Ржавовым, Тимур, ну, иногда, в принципе, принимает более травоядные решения, да, то есть он готов при случае там, поддержать равновесие,
А Крамник всегда играет на победу. И поэтому белым цветом он очень опасен для любого соперника. И мне, конечно, очень повезло в первой партии, потому что, ну, в какой-то момент там были качели, да, то есть было мне хуже с дебюта, потом я уравнял, потом стало почти безнадежно. Но на секундах он не нашел сильнейшие ходы. Ну, вот, а вторая партия, конечно, ну, черными отыгрывался тяжело, этим объясняется и выбор дебюта, и дальнейшие течения. Я старался играть, ну, так, то есть сочетать, скажем так, разумный риск и все-таки такую крепкую, что ли, игру. Ну, как мне кажется, более-менее получилось, хотя, ну, с дебюта уже мы быстро ступили на неизведанные территории. А вот я, ну, в первой партии получил очень непростую ситуацию в дебюте. И вспоминался ли это в момент совет чемпиона мира, который сказал, что он всегда готов получить худшую позицию с Владимиром. Магнус Карлсен сказал, что и в этот момент ему нужно просто сохранить больше времени, потому что оно ему пригодится в дальнейшем. Ну, такого, честно говоря, я не знал. Но мне кажется, лучше не получать худшие позиции с Владимиром. Владимир наказывает за это. Владимир выигрывает очень часто. То, что, ну, тоже в концовке случилось. Ну, там микро-шансы, может быть, есть какие-то у черных. Конечно, позиция ничейная. Вот, но я немножко был шокирован, я думаю, не меньше, чем зрители и сам Владимир Борисович. Но с другой стороны, да, как бы ни сложилась первая партия, у меня все-таки в запасе была вторая, на которую я все-таки, там, думаю, мог бы настроиться. А, ну, даже там, конечно, вот финальная позиция во второй партии, ну, белых абсолютно выигранная, но я подумал, что вообще ничья меня более чем устраивает. А все-таки вот когда в первой партии последовал вот этот вот ход ладья b6, вы поверили своим глазам или вы даже сначала не поняли, что это такое? Почему? Как это? Или он отпустил руку? То есть как это произошло? Крамник сказал, что он даже сам не понял, как это случилось неожиданно как-то. Ну вот вчера как раз мы на Матч ТВ говорили про специфику блица, я вот сказал, что есть какое-то фасеточное зрение, что ли, у шахматистов, да, вот когда играешь в блиц, смотришь на какую-то часть доски, концентрируешь внимание на ней, и какие-то клетки могут выпадать. И действительно, вот где-то видишь, где-то не видишь. То есть такое там было у меня, я как-то раз в блиц зевнул мат в один ход просто через всю доску вот так я смотрю. Ну, у меня было там раз и пришло, лишняя, да? Ладья, мне мат в один ход. Ну, слава богу, это, мне кажется, это единственный мат в один ход. А вот я сейчас еще зевал, да, я играл в Кот Дивуаре там, да, и там супер-гроссмейстер тоже Весли Со, мне не поставил мат в один ход. Он и партия продолжилась. Я не увидел, он не увидел. Заиграно было за секунду, например. Так что это как бы часть блица. То есть, возможно, это как бы приближает блиц. То есть там, что все играют одинаково, и любители, и профессионалы, все зевают. Возможно, за это блиц так любит. Но понятно, что это, я думаю, оказало решающее влияние на ход матча, этот зевок, ну, там даже не зевок, подставка, просмотр, как угодно. А как раз вот накануне в том самом интервью, о котором вы сейчас упомянули, вы сказали о том, что не так просто играть все-таки под прицелом от видеокамер, как у вас идет адаптация к этому проекту, и, судя по результатам, все-таки лучше, чем другим гроссмейстерам это удается. Ну, я бы не стал делать какие-то выводы, то есть завтра еще, как это, главный матч, главный финал, да, так что завтра об этом можно будет поговорить. Ну, пока получается неплохо, но все-таки это все, как бы так сказать, сдобрено очень обильно там, долей везения. Ян, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Поздравляем вас с феноменальным результатом, сплошные победы и до новых встреч на проекте «Армагеддон». Спасибо. Спасибо, до встречи. До встречи. Итак, завершилось у нас второе противостояние игрового дня между Яном Непомнящим и Владимиром Крамником. Непомнящий одерживает победу со счетом 1.5 на 0 очка и остается единственным участником в турнирной таблице, который не потерпел ни одного поражения в нашей виртуальной студии. Итак, у нас предстоят невероятные поединки. Начнется все с противостояния между Владимиром Крамником и Сергеем Корякиным. Это тоже отдельное шахматное блюдо. Да, надо сказать, что все лидеры российской сборной сейчас продолжают путь, и они будут бороться за титул чемпиона именно здесь, в Москве, и это очень символично. Да, нас ожидает такая схватка российских шахматистов именно из российской сборной. Сегодня Владимир Крамник встречался с Яном Непомнящим, завтра сыграет с Сергеем Корякиным. То есть вроде бы 14-й чемпион мира официально оставил шахматы, но тем не менее все равно пересекается с сильнейшими гроссмейстерами планеты как раз на нашем интереснейшем проекте «Армагеддон». Так что главная борьба, главный день нашего турнира еще впереди. Завтра будет самое интересное, будет развязка этого драматического события «Армагеддон». Поэтому будем смотреть и наблюдать. До встречи в эфире. Нас ждет финал, решающая битва. Ян Непомнящий ожидает сильнейшего в противостоянии Владимира Крамника и Сергея Корякина. Так что нас ждет решающий день проекта «Армагеддон». До встречи. До скорых встреч, смотрите «Армагеддон».